Передовые технологии и врачи высшей категории. В медицинском центре «Альтермед» в Хасавюрте используют новейший компьютерный томограф. Аппарат позволяет выявить поражение легких на стадии 2%. Таких в республике единицы, а в медучреждениях Хасавюрта он представлен в единственном экземпляре. Подробнее в сюжете Карима Даниева. Медицина Хасавюрта поднимает планку. Это единственный 128-срезовый компьютерный томограф в городе Хасавюрт. Он находится в медицинском центре «Альтермед» и помогает максимально качественно диагностировать внутренние органы человека. Сегодня в условиях пандемии это крайне актуально, говорит руководство центра. Для обычного человека цифра 128 ничего не значит. Но как только появляются симптомы, а на сегодняшний день этот вопрос очень актуален, как только человек понимает, что может быть риск, в частности, коронавирусной инфекции, эта цифра приобретает другое значение, потому что такой компьютерный томограф позволяет получить точную детальную диагностику, точный детальный снимок и определить, что именно происходит с пациентом, какой объем поражения. Количество срезов для компьютерного томографа является основным показателем. Они характеризуют скорость и точность сканирования. На таких томографах можно наблюдать даже мельчайшие сосуды. В настоящий момент в большинстве клиник страны используют только 64-срезовые томографы, но «Альтермед» стремится повышать уровень обследований. Это один из лучших методов исследования диагностики неинвазивным путем. Наш компьютерный томограф относится к аппаратам с высокой разрешающей способностью, наряду с передовым программным обеспечением. Важную роль в диагностике заболеваний играет и аппарат МРТ. Аппараты МРТ и компьютерный томограф могут определить большой спектр заболеваний. Более того, здесь есть возможность пройти исследование, в том числе с контрастированием. Это очень важная опция, поскольку в этом случае пациенты могут получить достаточно редкое исследование, которое не каждый медицинский центр, государственный в том числе, проводит здесь, в Дагестане. Центр «Альтермед» проводит более 25 тысяч исследований и ежедневно принимает почти 1000 пациентов. Врачи центра работают не только с распространенными медицинскими заболеваниями, но и сложными патологиями, возвращая пациентов к полноценной жизни. И здесь, конечно, важно отметить, что здесь роль не только самого компьютерного томографа, самого оборудования, но и врачей, которые делают описание. Поэтому мы работаем и с лучшими врачами здесь, в Дагестане, и в том числе мы работаем с врачами, находящимися на удаленном доступе, в частности в Москве, которые делают расшифровку и описание полученных снимков. Оборудование и специалист. Только в такой связке можно предоставить детальную и точную диагностику. Диагностику на МРТ и КТ в медцентре можно пройти бесплатно. Для этого достаточно иметь страховой полис на направление от участкового врача и заранее записаться на прием. Карим Даниев, Салман Гитехмаев, телеканал ННТ, Хасавюрт.